атомная пачка. Во-во-во, вот они, они, они. Да-да-да. И это, зажигалку, пожалуйста. Самую дешевую. Карты. Благодарю. Всего доброго. Моя притча называется «Росомаха». Давыдыч Сиги называется. Притча называется «Росомаха». Посидим, поговорим, подымим. Похуй, я прямо сейчас на парковочное место сяду, блядь, жопу отморожу. Говорят, на потенцию влияет плохо. Пошли на остановке попиздим. Сука, а кто снег будет убирать? Я, что ли? Сколько от груди жмешь? Вот мало, брат. 8, наверное. Ну, если ты потом передо мной положишь пачку денег, я могу и больше сделать. На турник? Никогда, нахуй. Когда будет 666 отжиманий, тогда я пойду на турник. Блять, ебаный ролл. Хуета в зубах. Будет физ, благо. Да, скорее всего, не будет. Что-то как-то подзабили. Могу спеть за бабос. Че, блядь? 11 хп, поэтому... Если отрублюсь вдоль хуя. Ебани себе в голову, ну, прям сейчас. Какой тикток, ну. Слов 6-6 должен был быть фит. Не будет никогда. Какие сигареты курил, когда тебя убить на визит? All will pass. Winston X-Style серый. За 300к на день рождения выступлю. 163-го я не слушаю такую музыку. Зверем... Блин, отойду, а тут люди на меня смотрят в ахуе. Так, чё... Со Зверевым не будет фита, потому что он политик. Юр, чё с щеками? Оса ужалила. В трансе, который 1 000 000 лет, он говорил, что хочет фит. Без разницы, мне похуй. Как относишься к Новой Зеландии? Заебись. 100к и альбом «Боевик» на ДР. Да, 100к можно. Лучше 6 или Оджи Буды? Оджи Буды. Оджи Буды бодрее звучит. Почему отписались друг от друга с Эйси Вендер? Да просто так. Хайпуем. Мне не нужен плак. У меня есть плак. Выступишь на ДР за 15к и кусок торта. Хуй знает, смотри, что за торт. Если это Наполеон, не буду. За сколько денег к старому стилю вернешь? Не знаю, может, прислать денег, поговорим. Когда фицдом? Никогда. Он ебанутый. Хотя рэп хороший. Фит с рыночными отношениями. У меня тату на лице. У меня запрет на фит с рыночными отношениями, судя по всему, по их рэпу. За сколько, как, за сколько, кому относишься? За 1 000 000 рублей, как всем пиздато отношусь. Когда фит с хайси. Ну, тут было бы вообще интересно. Если он не этот, не псих. Я не знаю, кто такой Фоджей.
когда биты чекнешь? Чекну. Так это кейт пошел он нахуй. Мы не танцуем под дрейн. Райли всегда под кайфом. Райли всегда под кайфом. Квартир гад охуетителен. А, когда релиз на всю площадку будет? Не знаю. Сиги Давидыч называется. Они не готы. Они педики. За 05С-ка придешь на ДР? Я слышал, у барыги на хате есть 05С-ка. Давай забудем его. На Шуханте запасил сторис от Рофла, но я не знаю, что. Пароль от Стинсона. Дроп X-мена скоро. Я не знаю. Как я, блин, Сигбой Рари и я. Хотя с ним Кизару писался. Ну. У меня есть братья в Украине. Мой брат там точно есть. Передаю привет никому. Не нужен фотограф. У меня есть айфон. Валюта Скуратов это поэт. Чтобы я бросил рэп, отрезать мне язык. Тогда я брошу рэп. Луи Белс. Что за Белс? Луи Белт. Луи Белтс. Луи Ремни. Скоро. Мои родители не верят, что я пою эту музыку. Они думают, что я пизжу. Почему с Кэлли Виллой? Потому что Сент-Лоран Париж. Скейл Виллан. Сент-Петербург. Звучит, по-моему, тоже высоко. Стрелпилом не знаю. Нравится оперплак? Нравится. Фото со мной за деньги. Как тебе Хех Скор? Ну, можно, блядь, послушать, обдолбавшись. Бенджамин Годбенс будет фиток? Ну, может быть. Питерсберг. Yes. Топ-3 лучших рэпера. Black Cryer, Ronda No. 9. Код 10. Куда куш? Хантихам, Ралли, Бэйби. Адрес Питера? Да нахуй он тебе нужен? SGP, ну, в дурке встретимся мы с SGP. Признавался в любви? Конечно, признавался. Мне нравятся мои хекс-треки. Мне они больше нравятся, чем мои оригинальные. Почему Рахат Лукум? Потому что он вкусный. Короче, у меня телефон садится, я домой. Смезы бы фитанул. Смезы бы раскурился, а потом фитанул. Казах? Не казах. Но... У меня проблемы со школой. Еще со школы.
Нет, альбом не перенес.